Привет, чуваки, это Стас Светлицкий, руководитель команды «Герой площадок». Уже начало первого, мы все еще в Уфа-арене. Завтра тут будет очень крутое мероприятие. Когда мы будем ложиться спать, мы еще не знаем. Вы обязательно ложитесь сейчас. У вас завтра очень важный день. Вот. И увидимся завтра на этом же месте. Счастливо!